Итак, всем привет, это Тед Бертл и срочные новости, вырванные вот с киберспорт.ру. Цитатка Медоеда. Если вы здесь все такие крутые, я думаю, что хейтеры это в основном школота. Если вы серьезный дядька, то у меня для вас будет предложение, но я уверен, что вы на него не согласитесь, потому что вы только говорить умеете, надо подкреплять делом. Что это такое? Это просто какая-то дичь, вырванная там из контекста, наверное, или, я не знаю, цитата Кличко, ну, что-то в этом роде. Но все это завязано на том, что здесь увидели продажу слота на Nation Wars и всех бомбит. Это, конечно, ужасно, но Nation Wars, организаторы O-Gaming, выпустили официальное заявление, что русскоговорящая комьюнити, и здесь отличилась, подняла, так сказать, проблему, что Медоеда участие после его первых игр в Nation Wars, ну, их не устроило. И особенно они были возмущены тем, что он предлагает продать свой слот. Продать. И, собственно, O-Gaming изучила все, что им предоставили. Я уверен, это были клипы с Твича, где Медоед это говорил. И они не увидели, не услышали продажи слота, понимаете? Так как бы все и работает. То есть, если чего-то не произошло, то есть, если Медоед не говорит, что я хочу продать свой слот, все. Это он не продает свой слот. Там была чушь какая-то на самом деле. Вот, и O-Gaming подтверждает, что Медоед заслужил свой спот, как и другие 119 человек, путем голосования. В принципе, так оно и есть. И посмотрите, что на это пишут иностранцы. Вот, какой-то Divinesia TV, какой-то стример, наверное, пишет, что правильно, это правильный ответ на самом деле. Вот, он говорит, что он как бы не уверен, конечно же, что там правильно, что нет, но Медоед свой слот заслужил. И, ну, так оно и есть. Вот. И следующий пишет. Это не очень выглядит правильно. Он пытался продать свой спот. И они пишут. Вот в чем дело. Нет, он не пытался. В этом вся суть, да. То есть, если бы он это делать пытался, конечно же, его забанили бы и все. Это был бы скандал. По факту реально нет. Естественно, если мы будем листать комменты, читать ники и найдем ник какой-нибудь, вот Андрей Иванов, например, да, то он, естественно, опять будет писать, а что, если он продает свой спот, это для вас нормально? Ребята, ну, что за чушь вы пишете, читаете? Во-во-во-во-во, нормальный мемас. Ладно, ну, Медоед сам, естественно, запостил все это дело в своей группе. Вот, давайте посмотрим. Он пишет, что его друг сфабриковал против него обвинение в якобы продаже слота и отправил организаторам. Но друг ясно понятно, кто, наверное, как бы, вот. Сегодня у гейминг дали четкий ответ, что Медоед ничего не нарушил и все окей. И вот мы переходим к интересным комментам, да, что Илья пишет, это просто капец. Как бы Слава не сыграл на НВ, если его там не будет, мне лично вообще не интересно абсолютно. И тут мы приходим к этой вот дилемме, да, тут все такие комменты будут в таком стиле, что кто-то не любит Минеда, как обычно, кто-то наоборот без него не будет смотреть НВ. И вот наша классная дилемма, да, которую почему-то все затрагивают очень скользь. Nation Wars все-таки коммерческий проект, да, и им важны просмотры, поэтому они, ну, выбирали такой способ голосования, да, то есть, чтобы зрители голосовали за тех, кому им нравится, кто им нравится. Что если все фанаты Медоеда в отместку Алексу, да, ну, теоретически фанат Медоеда, хейтер Алекса, не будут смотреть игры Медоеда на трансляции Алекса, а пойдут на официальную, например, трансляцию. И что, если все фанаты Алекса в отместку Медоеда не будут смотреть
Алекса и вообще никакую трансляцию, чтобы, ну, не смотреть медоеда, да, показать, что вам не все равно, вы не будете смотреть на этот цирк, да, вот эти вот все игры никакие, вот. По этому поводу оставляйте комментарии, они открыты, и, собственно, давайте обсуждаем. С вами был Тодд Бертл, пока.